Следующая песня, которую мы исполним, называется «Одинокий грешник». И я должна сказать, что мы действительно заслуживаем ваших аплодисментов сегодня, именно сегодня. Но еще рано. Я потом скажу, почему, когда мы выступим, о том, чтобы вы к нам сейчас относились так же, как ко всем. А после я обязательно вам сообщу. Так вот, «Одинокий грешник». Yeah.